Так, ну шо, давайте зайдем на B2. А, я уже тут. Ладно, выбираем карту, допустим, что вот это что ли? Ну, ты. О, а тут все гораздо лучше. Обожаю 4 башни, только под быстрым. Вот быстрый, быстрый, офигенно. Вот те, кто за быстрый проголосовал, ты вообще молодцы. Ну, в том числе и я. Так, по-моему, где-то я его видел, не знаю. Первое падение, первая победа. Ну, кстати, что я такой? Что у меня сейчас такой голос, если вы не заметили? О, я сейчас просто ем. И у меня сейчас так бомбило, потому что... Хотите, расскажу вам историю? Тихо, тихо. Ты меня испугал. Не испугал, но... Думал, что другой противник. Противник, в смысле, вообще. Короче, у меня было сейчас такое, что я беру... Он выпал из мира. Что я беру, короче, начинаю записывать видео, мне жестко лагает. Потом, ладно, я нормально, я другую катку начинаю, у меня читаки вообще попались в другой катке. Затем у меня еще что-то было. И после всего этого у меня, короче, просто так залагало сильно, что там капец был, что я поставил другие настройки, и у меня прям так лагнуло, что мне тупо аж комп вырубило нафиг. И все. Ну, короче, после этого у меня очень жестко бомбило, но... я понял, что все нормально, и все нормально. Так, выкидываем это во время тащить. Блин. А, сейчас он все равно ударить не сможет. Так, чё? Чё, ты сзади? А чё, сзади, да? Сзади, сзади, сзади. Сзади, 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 сзади. Вперед, самолетик! Вперед, телеграм! Вот, все, уже не сзади. Так. Ну блин, да-да-да, конечно. О! Мак конфетка заделал. Палка! Палка, палка, палка! Ты что делаешь? Ты. Ты тупой, скажи. Ты тупой, ты палку выкинул! Ты что? Палка же это супер оружие нафиг. Ах он такой, ну фу, нельзя так делать, нельзя. Ладно, нормально, нормально, защитили свою кровать. Блин, мне надо все тут прибраться. Да. Ну, не в доме, конечно, в инвентаре, но все нормально вроде. В доме-то у меня, точнее, не в доме, а в квартире-то у меня вообще всегда чисто почти. Угу. Ну, валя, короче, все, валя. Мы победили, переходим к следующей катке. А их у нас будет 3. Ну что ж, вот он началась наша еще одна катка. И, да, я когда записываю, ем. Кстати... Кто же пожелал мне приятного аппетита, спасибо. Ладно. Ладно, короче, погнали уже, будем достраиваться до центра. Тут парень немного хотел по не нубасить, а как по профессионалить, но у него, собственно, не получилось. Ничего, он хотел добиться этим. Кстати, вот тут где-то будет сейчас подсказка. Как вы думаете, что мне лучше делать? Либо 2 ролика в день, либо... Либо лучше один ролик, но где довольно много монтажа. Что обязательно напишите, мне просто будет очень интересно и приятно. Приятно какой-нибудь голос услышать. И, кстати, новые правила будут действовать у меня на канале, когда наберется 5 лайков, и когда я буду выпускать новое видео. Просто я стараюсь, на прошлом видео старался, и что-то там не набралось, как-то 5 лайков там. Это меньше набралось, так что обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, а вам это сделать намного легче, чем ну короче, просто легко вам это сделать, так что обязательно просто подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать такие. И кстати, да, звякните на этот колокольчик, не знаю, не на свои, конечно, если у вас есть, конечно, но вот на чужие хотя бы. Ну как-то так. Вот такие у меня черный юмор, вот такой, прям как усиленный. Хоть у меня и Android, но... Пофиг. А где, интересно, белый юмор? Блин! У этого парня, наверное. Или девочки. Да вот как они сломали-то? Они даже блоки не рушили. Это ты сломал? Хаски. Ну... хоть не хаски, не пофиг все равно. Ну чё, народ, погнали! А я буду шаманом, ха! О нет, классический режим. Я ненавижу.
Маленькая карта, быстрый режим. Почему все голосуют за классический? Классика. Фигня. Ну, не на всех. По крайней мере, на маленьких картах это вот действительно классика. Фигня. Так, походу, минус кроватка, кровь. Повернется ко мне, да? Пик. Пок-пик-пак. Па-па-па-па-пак. Да ну как? А он весь он не откидывался? Такие носки? Такие... Чё? Такие носки? Чего? Все, минус кровать зеленых. Чик. Скинул. Понял, принял. Сделал. А, молодец, улетел. Нет, нашу кровать сломали. Нет. Ладно, пофиг. Ладно, пофиг. Мы двое против одного, понимаете? Ща будет замес. Такое просто замес. Ща будет такое замес. Ща. Блин, он тут. Он тут, он уже тут. Вон идет. Видите, что ты там забыл? Пань, что ты тут забыл? Господи. Я тебя боюсь, пошел в жопу. Пань, я тебя боюсь, пошел в жопу. Пошел в жопу, я сказал. Все тут. Ебой, короче, это вторая победа. И что ж, давайте будем на этом уже заканчивать, потому что я думаю, серия получилась офигенная. Две победы, одно поражение. Я думаю, в принципе, пойдет. Потому что я уже задолбался записывать, потому что, короче. Да, я задолбался записывать. Почему? Да потому что я уже сказал вам об этом видео. Обязательно проголосуйте. Вот тут была уже подсказка. Обязательно проголосуйте еще раз. Кстати, лайк, подпишитесь на канал. С вами был Флайзен. Всем удачи, всем пока. А, не с вами был Пашок. Всем удачи, всем пока. О!